Они уже рост? Вот такие тоже. Вот такие пенки. Вот такие у них просто скучные, да? Круглые. Соль, картошку, когда варили, соль, ореховая трава. Ну, кто любит, наверное, кто не любит. Трава. С этим сушеным и топливом. Я. Беру кочу. Сначала лепешку сделаем, вниз поставить на тарелку. Там сейчас все водой затопило. Масло, тесто. Так он немножко растет, да? Сод добавляет соду. Эта сода убирает немножко кислинку. Когда горчит, по-моему, тоже немножко убирает горечь с творога. И придает им такую тянучесть.
Мне нравится эта штука. Да, кстати, даже вот такие пинки. Мы хам шамбуз. Что? Ускорить процесс. Сушеные курагу. И желательно, чтобы она кислая. Горячей воды он как свернется. Она немножко густая, но потом мы ее разбавим. Ставили.